В Краснооктябрьском районе специалисты ведут активные работы по благоустройству одного из участков общественной территории от улицы Маршала Еременко до улицы Титова, 15. Работы проходят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Комплексное благоустройство по улице Титова ведут в несколько этапов. В прошлом году была выполнена реконструкция бульварной зоны по улице Таращанцев до Малого проспекта имени Ленина. Сейчас продолжается второй этап работ – восстановление территории от Малого проспекта Ленина до Первой продольной магистрали. Параллельно с этим начались ремонтные работы по улице Титова в границах от улицы Маршала Еременко до Титова, 15. Сейчас специалисты демонтируют изношенное асфальтное покрытие, на месте которого вскоре уложат новый тротуар. Будут выполнены аналогичные работы, то есть это плиточное мощение тротуаров, ремонт системы поливочного водопровода, укладка рулонного газона, высадка 16 каштанов, установка малых архитектурных форм, лавочек и урн. Работы будут длиться до 1 октября, завершающий этап полностью. Жители Краснооктябрьского района ждали, когда начнется замена асфальтного покрытия, ведь пешеходная зона давно пришла в негодность. Конечно, хорошо, когда благоустройство, лавочки, цветочки, зелень, хорошая дорога, приятно ходить. К концу этого года почти 70% бульвара по улице Титова приведут в порядок. 15 апреля текущего года стартует рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств в 2023 году, в рамках которого жители города смогут определить очередность их обновления. В отборе примут участие 7 территорий, выбранные волгоградцами в ходе предварительных обсуждений. В перечень объектов также вошел третий этап реконструкции бульварной зоны по улице Титова Краснооктябрьского района.